Вот и водолазы. Ныряй, ныряй, лезли. Да не боись, ныряй, чего ты первый раз, что ли? Там сазан сидит, блядь. Ага. Какой, блядь? Вот таким, ладно. Главное, Дэн, что ты в перчатках. Рыбак, блядь. Рыбачка Соня, блядь. Давай, рыбачка, что ли, вылазь эту воду. Я видел, покажи, сколько раков хоть наловил. Правда, сухой, но... Насыпай их где-то, на землю. Нет, так неинтересно. Кто собирать будет? А кто собирать их будет? Да мы сейчас соберем. Ловчик, сейчас подожди, мы их нахуй так вот нахуй. Блядь, вот. Одного Дима раздавил нахуй, дрова нахуй. Где он тут есть нахуй? Да он что-то в ее просто за палец меня схватил, я его сжал. Видишь, ты ему нахуй трахею выдавил. Ну чем они дышат? Во, блядь. Во, блядь. Хорош, а? Сиди, сука. Хотя даже поглажу. На, Денис, хоть поймай, хоть рака, хоть отдал. Вы смотрите, сейчас эти свалят. Не свалят, давай, бросаем, вон туда, в светлую воду, чтобы он видел. Подожди, пусть перешагнет, а то будет за ним бежать, блядь. Поймай, хоть отдал рака. Подожди, пусть он нахуй съебывается, начнет, Денис. Давай, лови. О, смотри, сзади. За берега ловят. Ты смотри, это съёбывает. Только что стуком. Старуша. Просто я тоже мои тапочки берёшь. Они лянь, все одного размера. Да. Ну что, нормально? Вот это что? Раньше ты тысячи ловил. Да, говорю, я уже там... Ты же вообще живой, блядь? Что-то он уже не живой, по-моему. Он испугался, ты же перчатка, блядь. Я же какой-то дядь там. Давай, давай, Волов. Поищи еще. Поищи еще, может там еще кто-нибудь есть. А, тут опускал. Ну сейчас вроде не так комары кусаются, как по прежнему. Сейчас, по-моему, их вообще уже нет. Ну там это, там сильнее брызгает место, кажется, на той стороне моста. Все? Или снимает дальше? Ну, снимает дальше, как вот мужчина, ну, да, там моет это. Что значит? Кроссовок, ладно, намокнет. Дай кроссовок подержать, Тань. Ну, Саня, дай я подержу, я сам подержу. Слышишь, Тань? Трахав сам туда. Ну, я уже там был, блядь, несколько раз смотрел. Ты куда-нибудь на солнышко ложишься, блядь.